Самое вкусное занятие в мире – печь тортики. Но после остается всегда много крошек и крема, и мы знаем, как их применить. Это одно из видов кондитерского изделия. Это маленькие мини-тортики. Только особенность их в том, что они на палочке. Кейк – это английское слово, переводится тортик. А поп – на палочке. Тут точный перевод – тортик на палочке. Для приготовления этого пирожного нужно обыкновенное бисквитное тесто. Измельчается очень мелко. Налили сгущенки и получились вот такие шарики. А потом их нужно макнуть в шоколад. Эти шарики отправляем в холодильник для того, чтобы эти шарики там замерзли, застыли. После чего из холодильника мы можем уже приступить к оформлению. Обмакиваем в шоколадную глазурь или в растопленный шоколад и обсыпаем какой-нибудь красивой посыпкой. А кто их придумал? Их придумала одна женщина. Она жила в Америке и зовут ее Энди Дадли. Она предложила в своем блоге готовить из теста чупа-чупсы, после чего она написала книгу интересную, где делилась рецептами, всякими секретиками приготовления. И также, как мы сегодня с вами, готовила эти вкусные десерты на кулинарных мастер-классах. Настроение каково? Мы сделали кейк-попсы из крошек. А вообще их делают из шоколада, риса, печенья. Научились делать тортики на палочках Эвелина Садовникова и Соня Шупачева.